Добрый вечер. В прямом эфире на ТНВ новости Татарстана. В студии Лисан Сабирова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Занятия для роботов и работа для людей. Мы через 5 лет увидим совершенно другой мир. Какое цифровое будущее ждать, узнал Дмитрий Аринин. 600 килограммов незаконно пойманной рыбы. На рыбе видим следы. Да, повреждена у нас чешуя на рыбе. Браконьеры развернули свою деятельность на особой природоохраняемой зоне. Как это было, эксклюзивные кадры увидела Альбина Минибаева. Жизнь после употребления. Хлеб. А куда девать? В Татарстане обсуждается вопрос правильной утилизации пищевых отходов. Будут ли перерабатывать кожуру и хлеб, узнал Рамиль Шайдулин. Встали на воду и пошли до Свияги. Это драйв, это кайф. Как стартовала музейная регата и что она из себя представляет, узнал Сергей Хайдаров. Роботы все больше похожи на людей. Их учат позировать человеку и даже оказывать психологическую помощь. Уникальные машины сегодня презентовали в Иннополисе. Там завершилась российская IT-конференция. Это 4000 участников из 40 регионов страны и зарубежья. Когда, по мнению экспертов, мы увидим совершенно другой мир. Дмитрий Аринин. Уже с самого входа на конференцию становится видно, как продвинулась цифровая индустрия. Гостей встречают как в фантастических фильмах, где роботов научились делать неотличимыми от людей. Что называется, сравните. Это в фильме, а это в реальности. Я Алиса Виноградова. А можешь улыбнуться? То есть, возможно, скоро так сразу не скажешь, кто перед тобой, робот или человек. Робототехники уже поставили задачу дать своим творениям все, что нужно для полноценного общения. Когда общаются два человека, то из непосредственно смысла сказанного извлекается не более четверти информации. Все остальное из позы говорящего, мимики, интонации. Вот мы хотим овладеть всеми возможностями этими для полноценного общения. Свои разработки представили около 1000 компаний. Это усовершенствованные системные блоки, системы распознавания лиц, сенсорные доски. Как дать цифровой индустрии новый импульс и отправить такие высокие технологии в широкие массы, обсуждали на сессиях. Как отметил Рустам Миниханов, лучший проводник прогресса – молодежь. Все-таки вот катализатором является подрастающая молодежь. Все равно мы должны в этих вещах опираться на молодежь, на подрастающее поколение. Вот школьники – это вот самые лучшие наши помощники. За последние 5 лет объем цифровой экономики в стране уже вырос в 5 раз, перевалив за 4 триллиона рублей. Ждут, в ближайшие годы эта сфера составит 10-ю часть ВВП страны. Если будем лениться, то ничего не получится. Если будем принимать активное участие и заставим заложенные механизмы заработать, то я считаю, что мы просто с вами обречены на успех. Как отмечают эксперты, уже через 5 лет технологии могут изменить мир до неузнаваемости. Мы через 5 лет увидим совершенно другой мир. Мы я не знаю, чем будут люди пользоваться, потому что 5 лет назад мы даже не могли представить, да, что будет вот так, как сейчас. Я ожидаю, что будут очень позитивные изменения. Чтобы желаемое стало явью, государство и бизнес должны лучше сотрудничать. Наладить диалог между представителями разных сфер на конференции помогала известная медиа-менеджер Тина Канделаки. Тот же Иннополис, тот же конференция ЦИПР дают большому количеству людей, которые сюда приезжают год от года, надежду на то, что их идеи будут услышаны, они ищут пути реализации своих идей. За 3 дня в Иннополисе своими советами и наработками делились более 200 спикеров. Гостями стали почти 5000 человек. Такое собрание идей собираются устроить и на будущий год. Дмитрий Аринин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Иннополис. Вся их технология – это сети длиной 18 километров. В Чистопольском районе накрыли браконьерский рыбный синдикат. Ловили в промышленных масштабах на территории, где даже удочку нельзя ставить. В нашем распоряжении оказались кадры момента задержания. Подробности у Альбины Минибаевой. Ловить рыбка большая, маленькая и, главное, в промышленных масштабах. Все эти лещи, судаки с Куйбышевского водохранилища пойманы незаконно. Эти кадры оперативного задержания. Улов с реки Шешма с холодным расчетом изъяли по горячим следам 6 июня. Повреждена у нас чешуя на рыбе. Видимо, так у нас предположительно от сетей рыболовных. В самих лодках нашли уже кирпичи для установки сетей. Как нам сообщили наши источники, всего их было изъято 18 километров. 200 штук, каждая под 90 метров. Выловлено на какой орудии у нас получается? Китайская сеть. Сеть какой длины?
50 метров. Этот низ подозреваемых в браконьерстве незаконной деятельностью занимались предположительно до 8 человек. Как видно, сети были растянуты, не стесняясь, на неприкасаемой территории. Для своей деятельности браконьеры выбирали место особенно тщательно и, возможно, даже не прятали свои сети. Они выставляли на особой природоохраняемой зоне чистые луга. Территория в 14 тысяч гектаров. Во время нерсти здесь могли ловить рыбу тоннами, поэтому основной ущерб даже сложно оценить. Улов из Чистопольского района уходил в Нижнекамске, уплывал он и в Самарскую, Ульяновскую области. Группа позаботилась и о бесперебойных поставках. Об этом нам рассказал местный рыбак, которому предлагали подзаработать в сезон нереста. Организаторы продумали все, вплоть до долгосрочного хранения. Было много сетей, километры сетей. Людей было человек 6. Недалеко от берега были ангары с холодильными установками, где была уже рыба, там же была и коптильня. Во время спецоперации только в холодильниках нашли 600 килограммов рыбы, поэтому этот улов правоохранителей может стать самым большим за всю операцию «Нерест». Почему браконьеры работали так смело в охраняемой зоне? Большой вопрос к руководству природоохранника «Чистые луга». По данным наших источников, условно говоря, синдикат промышлял лет 6. Не говорит ли это о том, что среди подозреваемых могут прозвучать и должностные лица? С чем по масштабу сопоставим чистопольский улов и как будут развиваться события дальше? Смотрите в воскресенье в 7 днях. Альбина Минибаева, Данил Филатов, Лина Зинатулина, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Чистопольский район. Татарстанские переработчики молока могли спровоцировать падение цен на сырье. Татарстанский УФАС нашел признаки нарушений в действиях трех молокозаводов республики. Зеленодольского молочного комбината, компании «Алабугасете» и «Азбука сыра». Исходя из результатов проведенного ранее мониторинга закупок в период с декабря прошлого года по февраль этого года, в искусственном занижении цен подозреваются еще две компании. В Татарстане решают судьбу пищевых отходов. По статистике, люди не съедают примерно 20% содержимого холодильника. Это хлеб, мясо или молочная продукция. Все оказывается в мусорном ведре. В масштабах республики речь идет о тоннах еды. Появится ли в Татарстане единый механизм их переработки? Об этом Рамиль Шайдулин. Хлебные крошки, куча свежей каши и десятки голубей. Каждый день птицы слетаются к этой мусорке, чтобы полакомиться всем, что не доели казанцы. Знаете, я вот выхожу, вот сюда ставлю хлеб. А куда девать? Бывает выкидываю, бывает выношу. То есть от факта всегда по-разному. Я никогда не выбрасываю, всегда даю птичку. Поэтому мне выбрасывать его нельзя. Хорошо, отношусь к этому. Но сама я, честно, не подкармливаю, я выкидываю. В мусорное ведро отправляется пятая часть продуктовой корзины. Эту информацию сегодня озвучили в Госсовете. Депутаты, бизнесмены, экологи обсуждают, что делать с пищевыми отходами. Их, например, можно перерабатывать в компост или отправлять на корм в питомники. Часто что-то отправляется на корм коренным обитателям города. Собакам, кошкам и птицам. Но это не значит, что они съедают все. Что-то просто растаскивается. Другие поставщики отходов – крупные торговые сети, что неизбежно. Товары повседневного спроса имеют четкие сроки годности. Когда они истекают, продукты убирают с прилавков. На ежедневной основе мы списываем продукцию на десятки, иногда и на сотни тысяч рублей, если мы говорим о компании. Впоследствии испорченные продукты отправляются на мусорные полигоны. Но вместо этого в Татарстане может появиться специальная служба «Эковторпродукт». С таким предложением защитники природы обратились к президенту. К этому вопросу, возможно, мы подойдем через, скажем, определенное время, через полгода. Но все равно вопрос, мы поднимаем его вот официально здесь, на заседании нашего комитета. И данный вопрос, он имеет место и требует свое разрешение. Комитет по экологии рассматривает и другие проекты по утилизации пищевых отходов. Среди них технопарк по их аэробному компостированию и использование специальных червей. Рамиль Шайдулин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Сегодня свой праздник отмечают социальные работники. В Татарстане их почти 9 тысяч. Как профессия, она появилась в 90-е прошлого века. О самой сфере более 300 лет. Но миссия остается прежней – помогать нуждающимся. Анна Городнова продолжит. Это с овощами будет тарелка. В руках Анисы Шариповой кусок глины превращается вот в такие поделки. В свои 69 ловко и быстро. Глинотерапия успокаивает и развивает моторику. Чтобы время зря не прошло, чтобы общаться с бабушками и чтобы соцработницами я что-то научила. На кружок в Актанышском районе ходят 6 бабушек. Все одинокие, всем нужна помощь. Воду принес им, пол моем.
В магазин ходим, кушать приготовим. Здесь работает веб-камера, которая отслеживает движение вот этого мячика перчатки. Это уже современные технологии для детей с двигательными нарушениями. Интерактивная игра с мячом развивает координацию и внимание. В центре социального обслуживания ЭМЭД Высокогорского района таких тренажеров 3. За 1,5 года реабилитацию прошли 60 человек. Если ребенок вначале не мог даже шевельнуть, да, или покушать, он сейчас научился взять ложку и сам себя обслуживать. Ежегодно соцработники обслуживают более 180 тысяч татарстанцев. Это одинокие, инвалиды, ветераны и просто те, кто нуждается в помощи. У нас только 19 тысяч граждан, одиноких из числа пожилых людей, находятся на надомном обслуживании. То есть в ежедневном режиме социальные работники приходят к ним, помогают социально-бытовыми вопросами, решение санитарно-гигиенических вопросов. И это серьезная социальная поддержка. Кабинет министров и аппарат президента Республики Татарстан всегда уверен в том, что если за дело беретесь вы, то все будет замечательно, все будет хорошо. Все будут присмотрены, все приедут вовремя. У профессии женское лицо в отрасли 9 тысяч сотрудников. Тех, кто каждый день готов прийти на помощь, сегодня наградили. Зелена Осипова из Нижнекамска стала лучшим социальным работником в профессии 25 лет. Морально, конечно, тяжеловато, потому что мы все разные, бабушки, дедушки тоже все разные. Мы стараемся их понимать, и они стараются, наверное, нас понимать. Поздравления, цветы, улыбки. После праздника сразу к своим подопечным. Анна Городова, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Неограниченные возможности для всех. В Казани инвалиды по зрению смогут попасть на матчи чемпионата. Фонд соцстраха обеспечит нуждающихся специальными средствами реабилитации. В прошлом году слепые и слабовидящие инвалиды Татарстана получили спецсредства на сумму 7,5 миллионов рублей. Незрячие очень охотно посещают матчи, со всеми незрячими и с тифлокомментарием прослушивая. Они себя там чувствуют комфортно, совместно сопереживают то, что происходит на поле с болельщиками. То есть создается комфортная среда, незрячие себя чувствуют полноправным членом данного коллектива. Многочисленные приступы, лекарства и лечение Гулии Гайфутдиновой из Арска нужна помощь. У девушки с рождения детский церебральный паралич. Сейчас появилась и эпилепсия. Помочь в лечении ей согласились в Израиле, но денег на поездку у семьи нет. О том, как можно сделать добро, расскажет Алина Мусина. Резидуальное явление органическое поражение центральной нервной системы. Гулия Гайфутдиновой всего 26. У нее детский церебральный паралич осложненной формы. До 11 лет он не проявлялся, но беда в дом пришла совсем нежданно, говорит мама. Где? Балакаем за дом? Поддержка мамы сейчас для Гулии самое важное. Частые приступы эпилепсии, круглосуточные уколы и прием лекарств. Были на лечении в Москве, в Юсуповской клинике 2-3 раза. И вот в данное время взяли еще из Израиля. Старались помочь, как могли, говорит сестра девушки. Всю жизнь она всегда рядом с ней. Эпилепсия, судороги. Почти у нас через день скорой. Настолько вот нам тяжело. На лечение Гулии в клинике Израиля сейчас требуется 4000 долларов, а это почти 250 тысяч рублей. У семьи Гайфутдиновых их нет. Зрителям хочу сказать, чтобы они нам как могут, помогут нам, чтобы для лечения этой дочки, для обследования. Местные врачи девушке оказывают максимальную помощь, но станет ли Гулия легче после лечения в Израиле, они не знают. Регулярно, ежемесячно получает лекарства, ей необходимые по программе ОНЛС, мы говорим, бесплатно, ну и плюс еще социальную реабилитацию. Помочь семье Гайфутдиновых может любой реквизит на экране. Если каждый казанец переведет хотя бы по 1 рублю, то Гулия, возможно, отправится на обследование за границу. Алина Мусина, Мирзалишев, ТНВ, Арск. Это новости Татарстана. И смотрите далее. Весеннее новоселье. Сынок, скоро пойдем в детский сад, будем играть вместе в футбол, да? Как новый детский сад сокращает время и собирается растить звезд, узнал Слава Тахмадулян. Встали на воду и пошли до Свияги. Это драйв, это кайф. Как стартовала музейная регата и что она из себя представляет, узнал Сергей Хайдаров.
«Вы для меня человек-легенда». Такие слова сегодня услышал Минтимир Шаймиев на встрече с новым генконсулом Казахстана в Казани. Еркин Тукумов вступил в должность в марте этого года, с чем его поздравил государственный советник. А после рассказал об истории сотрудничества между Татарстаном и Казахстаном. На встрече обсудили расширение контактов в сфере экономики, культуры и образования. Я всегда говорю, если бы не было группы тюркских языков, как бы нашему народу один бы взят, если были бы и мы группы языков, было бы очень непросто слово глобализации. Детский сад с собственным футбольным полем. Такой сегодня открылся в Казани. Поздравить родителей и малышей приехал президент. Как профильное обучение начинается с ясель, увидел Салават Мухаммадуллин. Вот, сынок, скоро пойдем в детский сад, будем играть вместе в футбол, да? Мечты для папы – реальность для сына. Строгим взглядом, оценивая новый садик, трехлетний Нурсултан выносит вердикт. Недавно переехали сюда, вот полгода еще только. И для нас счастье то, что открылся новый садик, современный. И для нашего ребенка это первый садик. Для Нурсултана первый, а для Миланы, которая подзывает к камере сестренку, станет второй. Нам, да, нужен был, потому что мы возили далеко вот старшую, и мы старшую тоже переводим. А куда возили до этого? Мы возили на Тыныч. Детский сад рассчитан на 340 детей. Он сможет принять всех малышей жилого комплекса. Тем, кто постарше, ждать осталось недолго. Если парк, если детский сад, строится школа. Очень важно, чтобы у нас вот дети росли и имели все возможности для своего развития. Ну и для каждой семьи условия для ребенка даже важнее, чем для себя. Это вот образ жизни Новой Казани, который нас радует. Будьте счастливы. Сертификат от президента на покупку оборудования для сада, вручение серебряного ключа и двери распахиваются. Постичь азы журналистики с моей новой коллегой Гузулией Саттаровой, стать футбольным тренером или юным Менделеевым. Для всестороннего развития детей их в садике делят по профилям. Вот, например, будущих чемпионов мундиаля готовят уже по немецкой технологии с 3 годиков. Искусственный газон, детские тренажеры. Так начинается путь к чемпионству. В соседней группе занятия по кулинарии. От готовки отвлекаются только, чтобы поздороваться с гостями. Здравствуйте! Здравствуйте! Любителям активного творчества, национальные танцы и вокал. Через пролет дети уже изучают географию и узнают, как добывается нефть. Собираем пасло и будем узнавать, где же у нас добывается нефть. Группы здесь почти заполнены, но тем, кто только появился на свет, грустить не стоит. На территории жилого комплекса построят еще один детсад. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Только получили паспорт, а уже разбирают автомат за 30 секунд и срывают погоны. Сегодня в Казани наградили победителей республиканского этапа военно-спортивной игры «Зарница». Последние 5 дней 10 команд в финале боролись за путевку на российский этап в Оренбурге. Всего сыграли советскую игру больше 3000 школьников республики. Победителями же стали ученики из Актанышского района. За счет тренировок, подготовки, командный дух, поддержка. Тренера поддержали. Аквалангисты, сотни волонтеров, оркестры и полевая кухня. В такой компании сегодня в Казани на глубоком озере отметили Международный день очистки водоемов. Экологи взяли пробы воды, а волонтеры собрали мусор не только с берега озера, но и очистили дно водоема. О том, что нашли, Ленар Гинатулин. Бутылки? Стекло, железо, пластик. Для Максима Астахова это 1001-е погружение. Если на Красном море он наблюдал на кораллы и скаты, то на дне глубокого озера один мусор. Ну, в этом году меньше, гораздо меньше. Уже приходится уходить уже очень далеко. Видимо, прошлые года здесь ребята все хорошо вычистили. Но от этого работы не меньше. Профессиональных аквалангистов мало, а озер и рек много. Значит, и мусора тоже. То есть в этом году мы после сегодняшнего, следующие уже выходные, мы будем в набережных Челнах работать. Вот, потом Чистополь. То есть мы так нормально в этом году по республике поносимся, поездим. Здесь не только аквалангисты. На берегу 150 волонтеров. Они и поработали, и подарки получили. Если вы соберете и принесете целый мешок мусора, то получаете вот такой вот лотерейный билет. И у каждого участника появляется возможность выиграть ценный приз.
чтобы бодро и результативно целый оркестр. Экологи сегодня взяли пробу воды для лабораторного анализа. В мобильной же станции провели экспресс-тест. Мы сейчас делаем экспресс-тест на содержание растворенного кислорода. Кислород должен быть более 6. У нас прибор показал данное значение, и это в пределах нормы. Это значит, вода чистая и дно тоже. Ленар Гинатулин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Нокса ожила, к берегам подтянулись взрослые дети. Возле Казанской реки благоустроили сквер. Сегодня работу оценил Рустам Миниханов. Президент пообщался с родителями, спросил, довольны ли они. После обустройства территории на пустыре появились велосипедные дорожки, прогулочные зоны и игровые площадки. Паре лебедей на Черном озере Казани угрожает опасность птиц, пинают подростки, бьют дети. Сегодня к пернатам приставили охрану. Она следит за птицами посменно. Напомним, пару австралийских лебедей выпустили на озеро 2 июня. Посмотреть на лебедей ежедневно приходит большое количество людей. Очень хочется, чтобы казанцы подобрели и бережно относились к благородным птицам. Болельщики Колумбии приедут в Казань на автодомах. Их примет площадка Казанской ярмарки. Как раз в эти дни здесь идет подготовка к приему гостей. Всего же территория выставочного центра может принять до 150 трейлеров. Пока же кемпинга попросили 20 автодомов. Альбина Салгараева о том, как парковку делают уютной и удобной. Кабины, значит, зоны для набора воды, это техническая вода, зоны для слива воды. И еще специальная разметка для кемперов. Выставочный центр уже принимал автомобильных путешественников, поэтому знают здесь, что для них нужно. Сегодня эта площадка для кемпинга на Казанской ярмарке пока пустует, но уже в ближайшие 2 недели ее займут автодома. Здесь одновременно может поместиться 20 или даже 30 трейлеров. Куда гости могут обратиться за медицинской помощью и где могут воспользоваться Wi-Fi. Вся навигация на карте для удобства. На сегодня у нас есть график предварительный, заезды болельщиков. Ну, в данном случае это из стран Колумбия. К матчу Польша-Колумбия заявлено 4 автодома. Приезжать на спортивные соревнования мирового уровня на домах на колесах очень популярно среди болельщиков. Известно, что много заявок на подобное перемещение и в период российского мундиаля. Так, немецкий болельщик едет на чемпионат мира 2018 на тракторе с автодомом, стилизованным под пивную бочку. Он уже пересек границу Германии и Белоруссии. Трактор передвигается со скоростью 50 км в час. Он выехал заранее, чтобы успеть на матч в Москву 14 июня. Альбина Слагараева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Площадка перед центром семьи «Казан» готова принять фестиваль болельщиков. Она начнет работу с 14 июня и завершится 15 июля. Одновременно здесь могут разместиться 25 тысяч человек. На территории установлено 2 экрана для просмотра матчей, есть ресторан. В избежание очереди обслуживать посетителей будут сразу 36 касс. Вопросы безопасности, вопросы кейтеринга, чтобы везде хватало воды, санузлов. Все это надо очень внимательно заранее нам еще раз проанализировать, посмотреть и в полной боевой готовности быть. Вышли в большое плавание. Сегодня в Казани стартовала музейная регата. В этом году это 28 экипажей. Среди них как профессиональные яхтсмены, так и любители. Некоторые вышли на старт на самодельных суднах. Скорость ветра достигала 20 метров в секунду. Одну из парусных яхт перевернула еще в начале гонки. Кому удалось справиться и с волнением, и с ветром, Сергей Хайдаров. Видишь, как я ласково с ним разговариваю, когда мужчина рядом снимает. А так я монстр. Мадина Исламгараева – капитан парусного судна. И если женщина на корабле к беде, то в ее команде нет ни одного мужчины. Говорит, во время гонок дисциплина у них жесткая, но главное все-таки не результат. Общение с друзьями, когда мы сюда приходим, встреча вот эта со старыми друзьями – это драйв, это кайф, это даже, вот не знаю, это наркотик какой-то. И таких здесь немало. На старт музейной регаты в Казани вышли 28 экипажей. Такую погоду опытные яхтсмены называют достаточно умеренной для регаты. Хотя ветер достигает 15 метров в секунду. И иногда кажется, что парусник вот-вот перевернется. Волны высотой 1-2 метра укрощают не только профессионалы, но и любители. Некоторые из них вышли на воду на самодельных суднах. Александр Сидоров собрал свою лодку за год. Я привык работать руками. Я вот топором, ножовкой могу что-то сотворить. И если люди проходят, оборачиваются, им понравилось мое творение, то, наверное, я достиг результата. Но для большинства яхтсменов главное – это скорость. Тем более, что путь их ждет не короткий.
Музейная регата проходит по маршруту Казань-Свиярск, Свиярск-Ключище. Также будут проходить гонки по олимпийской дистанции на акватории реки Волги. Такие регаты будут проходить в течение всего сезона, и участвовать в этом путешествии может любой желающий. Сергей Хайдаров, Алмаз Зиядинов, ТНВ, Казань. Вечерний эфир ТНВ продолжит программу «Вызов 112». А сейчас прогноз погоды. До встречи в 21.30. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Сразу три российских хоккеиста стали обладателями Кубка Стэнли. Овечкин, Кузнецов и Орлов впервые подарили команде Вашингтон Кэпиталс чемпионство. Капитана Александра Овечкина признали самым ценным игроком плей-офф НХЛ. А для российского баскетбола настал день Х. Сегодня в Москве стартует финал 4-х единой лиги ВТБ. Казанский «Уникс» близок к заветному трофею как никогда. Стабильное выступление команды Прифтиса по ходу сезона дает возможность надеяться на чемпионство. Наш первый соперник по полуфиналу – команда «Химки». В ходе регулярного чемпионата «Уникс» дважды выигрывал подмосковный клуб. Однако каждый матч завершался минимальной разницей, поэтому шансы на выход в финал практически равны. Полуфинал в 21.00, а матчи за третье место и финалы запланированы на 10 июня. Тренировались, готовились к сопернику. Будем стараться полностью выкладываться в следующей игре. И настроено позитивно. Надо сыграть хороший баскетбол, показать отличную защиту. Тем временем до начала чемпионата мира остается меньше недели. На данный момент распределено более 2,5 миллиона билетов. Большая часть билетов досталась российским болельщикам. За ними следуют любители футбола из США, Бразилии, Колумбии, Германии и Мексики. Данные цифры не финальные, так как продажи билетов продолжаются до 15 июля. А команды продолжают прибывать в Россию. Первыми прилетели игроки национальной сборной Ирана. В Казани гостей ждут 10 июня. В воскресенье в Казанском аэропорту должны встретить сборную Австралии. К другим темам. Представитель Республики Татарстан Олег Донцов стал чемпионом России по парабадминтону. Турнир проходил среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли с 4 по 7 июня в Новочебоксарске. Студент Поволжской государственной академии поднялся на высшую ступень пьедестала в двух разрядах – в мужском одиночном и мужском парном, а также завоевал серебро смешанного парного разряда. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Время новостей о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой, по вашим размерам, «Данил Мастер» исполнит ваше желание. Успейте заказать в июне со скидкой 20%. «Данил Мастер», Казань, Восстание, 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики вновь ожидаются дожди. Похолодает до 11 градусов тепла. На северо-востоке Татарстана пасмурно и дождливо, плюс 13. На севере республики тоже не обойдется без осадков. Там температура воздуха составит плюс 13 градусов. На северо-западе облачно, дождь и плюс 13 градусов. На юго-западе республики пройдут дожди. Температура воздуха там составит плюс 14 градусов. В центре Татарстана тоже пасмурно и дождливо, и до 14 градусов выше нуля. Выставки «Мир динозавров» и «Веселые мультяшки» открылись в ТРЦ «Южный» по адресу Казань, проспект Победы, 91, первый этаж. Выставки работают с 10 до 22 часов без выходных. Это здорово и жутко. Они двигаются, пугают. Динозавры – это круто. Динозавры впечатляют. Приходите на выставку «Мир динозавров» в ТРЦ «Южный». Когда сустав болит невыносимо и отказывается работать как прежде, остается заменить его на протез. Медицинский центр «Доктор Ост» предлагает иные современные решения – ударно-волновую терапию и плазмолифтинг. Благодаря инновационным технологиям стало возможным помочь пациентам любого возраста с проблемами суставов любой сложности без операций и протезирования. В центре могут помочь уменьшить боль, укрепить суставы и повысить их эластичность. Не терпите боль. Запишитесь в «Доктор Ост». В Казани открылся центр лечения заболеваний позвоночника и суставов, клиника «Доктор Ост» на Ямашева, 11. Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни – это просто.
Казани в предстоящие сутки будет пасмурно, пройдет дождь. Похолодает до 14 градусов тепла. Ветер северо-западный, порывистый. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 58%. Магнитное поле Земли спокойное. Спонсор выпуска — клиника «Фарм-Т». Лечение аденома и простатита по европейским стандартам без боли операций на израильском аппарате «Термакс». Телефон в Казани 292-66-77. Клиника «Фарм-Т». Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате «Термакс». Без боли, без операций. 292-66-77.